Это старая гранд-дама железных дорог ЮАР. Поезд Blue Train. Я много путешествовал по Южной Африке. Я использовал все возможные виды транспорта. Ходил пешком, плавал на лодке, ездил в машине и на пароме спускался на судне до устья реки Замбези. Я могу смело утверждать, что еще никогда не путешествовал с таким шиком. Единственная проблема — я буду работать на кухне. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю пойки пароваркой, а костер — духовкой. Как? В ближайшие 3 месяца, несколько дней в неделю я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской Республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. День первый. Blue Train. Это Blue Train. Южноафриканский поезд. Он курсирует между Кейптауном на юге и Преторией на севере. Гостям он позволяет вернуться в ушедшую эпоху серебряных столовых приборов, дворецких и внимания к деталям. На этом поезде вы не просто почувствуете себя королем, к вам будут относиться соответственно. Каждый должен хоть раз в жизни совершить такое путешествие. К сожалению, я должен буду показать вам обе стороны монеты. Фасад дома и то, что внутри. В сущности, это можно считать опытом в стиле доктора Джекила и мистера Хайда. Я поясню, почему. Представьте, на этом поезде, как и на всех поездах мира, совсем нет места. Здесь едва можно развернуться. Мы направляемся на кухню, где я продемонстрирую образ доктора Джекила. Это сердце дома. А затем я отправлюсь на ужин в костюме с бабочкой. У главного шеф-повара, точнее, главного исполнительного шеф-повара Алана Пфистера, мало места для работы. Один вагон, а точнее, 2/3 вагона. Здесь готовится каждая трапеза на 74 человека. Это просто поразительно. Привет, Алан. Иди. Привет, Джастин. Как дела? Привет. А сейчас я покажу вам, быть может, лучший вид из окна кухни. Вот он. Алан, я принес свои ножи, у меня есть фартук. Когда будешь готов, я введу тебя в курс дел на кухне. Ладно, здесь холодильная камера. Могу посмотреть? Пожалуйста. Привет, Кони. Привет. А вы видите на кухне 3 человек. Мы со всеми ближе познакомимся. Несомненно. Хорошо, что я небольшой. Да, не как я. Это моя любимая часть кухни. Это очень здорово. Да, это хорошо. Все хорошо организовано. Это на завтрашний бранч, обед и ранний завтрак. И ранний чай. И на ранний чай. Да, это зона сервировки. Зона холодных блюд. Кондитерская и мойка. Все в одном. Ну вот что мне нравится. Посмотрите внимательно. Все тарелки стоят одна над другой. Это позволяет сэкономить место на этой кухне. Использовать здесь каждый дюйм. Именно это слово я и пытался найти. Боже мой, невероятно. Здесь у нас уже жарче. Зона приготовления горячего. Позади тебя хранилище сухих продуктов. Да, место ограничено. Опять же гриль, открытая плита, открытый гриль, плитка и фритюрница. Тут есть крышка, чтобы повар не обжегся. Именно, когда масло раскаляется и начинает трясти, это опасно. Петрус Лехихи. Позади меня стоит Петрус. Привет, Петрус. Отсюда несут все наши горячие блюда. Боже мой, сколько человек? Сейчас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек и... 6, верно. Это смена? Это смена. У каждого свое место. Как я уже сказал, бранч практически готов. Да. Побудь тут. Ладно. Посмотри. И поучаствуй в сервировке. Будь внимателен.
Попадешься кому-то на пути, можешь обжечься. Сегодня придется попотеть. Спасибо, сэр. Мое первое впечатление. Я уже работал на 6 разных кухнях, везде, начиная с 5-звездочного отеля и заканчивая рестораном посреди Буша и Маджика Рома с Франко и Эцио. Это совершенно иное дело. Подозреваю, что бранч — это еще детские шалости. Позднее будет сервирован ужин, изысканная трапеза в стиле коктейля. Мужчины идут туда при бабочке и в костюме, тогда атмосфера на кухне начинает накаляться. Но это потрясающая команда. Я рад быть здесь вместе с... Приходится постоянно что-то придумывать, чтобы еда была красиво оформлена, вовремя подана, вкусна, хорошо представлена. Мне кажется, я получу уникальный опыт. Побуду в холодильном отсеке. Мне надо немного остыть. Приготовлено в Африке. Сегодня я сервирую бранч. Холодная закуска — вафли с копченым лососем, пикантные вафли жарим на сковороде. Приправляем свежими травами, лимонной цедрой и соком. Кладем сыр маскарпоне, а затем копченого лосося. Немного салата и опять лосось. Завершающий штрих – оливковое масло и медово-горчичный соус. Прекрасно. В зоне приготовления холодных блюд все подготавливается для приема гостей. В последнюю минуту, когда приходит заказ, добавляем последние штрихи – соус. И можно отсылать, ясно? Ладно, удачи. Ладно, как вижу, нам придется познакомиться ближе. Очень близко. Как вы помните, на кухне всего 6 сотрудников, а еще есть дворецкие, официанты и бармен. Вы это видите. Я сказал, что здесь сердце и душа поезда. Это потому, что в определенный момент все приходят сюда за небольшой порцией 5-звездочных блюд. Это лимонная цедра. А тут что? Лимонная цедра и шнит-лук. Шнит-лук. Класс. Овощи на второй. Овощи на второй. Овощи мы сервируем здесь, а остальное сервируем на кухне. Единственное, что мне ясно, в проходе нет для меня места, а это мой уголок. Думаю, в конечном итоге я здесь научусь экономить место. Это можно нести. Я немного ошарашен. Эта кухня создает целый ряд сложностей, да? Так оно и есть. Насколько я видел, бранч уже почти окончен. Я заметил, что тут нет места. С нетерпением жду, когда кухня опустеет. Скоро тут станет спокойнее и прохладнее. Как ты видел, во время обслуживания у каждого есть своя роль. Все знают свое место и свое дело. Сегодня вечером ты присоединишься ко мне. Ладно. Будешь стоять рядом со мной на подаче. Будем сервировать и отправлять в зал. Хорошо. Шеф, я отдаюсь ваши искусные руки. Приступишь к делу после бранча. Основные сложности вызывает ужин. Сегодня в меню несколько блюд. Блюдо от шеф-повара – отварные лангусты с апельсином и ванилью. Я приготовлю свое фирменное. Это лангуст с ванилью и цитрусом. А еще сервируем пудинг мальва с ароматом ройбуша.
На закуску жареные во фритюре камамбер. Сальса из яблок и красной смородины. Готовим закуску, главное блюдо – десерт. А потом пойдет все остальное? Помимо этого будет и другое. С этого момента придется потрудиться. Ладно. Мы только что прибыли в живописный причудливый городок Майкис Фонтейн в Кару. Как обычный пассажир, я бы пошел прогуляться по городу, размять ноги. Как ненормальный пассажир, каким я, собственно говоря, и являюсь, я останусь на кухне. Займемся подготовкой к ужину. Приготовлено в Африке. Сейчас начнется то, чего я ждал больше всего. Ты сидишь в поезде 4-5 часов и смотришь, как все делается. Это классно, но ты чувствуешь себя гостем. Но теперь я действительно проникну в самую суть и смогу поучиться. Эта часть радует больше всего. Пусть это всего лишь чистка лангустов, я счастлив. Я люблю мясо лангустов. Оно изумительно. Впрочем, многие его очень сильно передерживают. Я считаю, его можно подавать практически альденте, чтобы едва сварились. Готовьте лангустов менее 7 минут. Этого будет достаточно. Вот конечный продукт. Прекрасно. Представляю, что получится. А теперь вновь начинаем с этой стороны. Это для сальсы из яблока и красной смородины. Сервируем ее на ужин с жареным во фритюре камамбером. Когда вы говорите о поезде Blue Train, помните, речь идет об изобилии Старого Света. Ужин – изысканная трапеза с мужчинами в бабочках. Мне нравится, что это старая школа. Это не имеет ничего общего с замаскированным фастфудом. У вас останутся незабываемые впечатления. Я приобрету здесь уникальный опыт, а вместе со мной и вы. Это мы приготовили для сыра камамбер. Что будем делать дальше? Дальше надо будет сконцентрироваться на приготовлении пирожков. Мы начиним их мясом ягненка. Для тебя это что-то принципиально новое. Я вижу это по твоему лицу. Тесто для этих пирожков – это португальское тесто. Тесто делается по тому же принципу, что заварное тесто, только мы добавим яйца, дадим остыть. А, ты и заварное не знаешь. Понятно. Прости, пожалуйста. Эклер? Да. Заварное тесто. Понятно. Делаем тесто из равных частей воды, муки и масла. Доведем его до кипения. Я чувствую, как здесь вновь становится жарче. Когда становится жарче, не нужно включать гриль. Боже, вечером мы тут умрем. Да, мы умрем. Начнем замешивать сюда муку. Когда смесь немного загустеет, возьмем деревянную ложку. Мешай по кругу, пока не получится теннисный мяч. Чувствуешь, оно стало плотнее? Да. И продолжать готовить? Оставь тут, оставь. На газу? На газу. Об этом мне ничего не известно. Я бы никогда не додумался так готовить муку, чтобы получилось тесто. Это и есть моя проблема в сфере кулинарии. Я многому научился, полагаясь на свою интуицию, занимаясь самообразованием. Но есть вещи, которых ты ни за что не освоишь, если их тебе никто не покажет. Я понял, кондитер во многом должен полагаться на реальный опыт. Это так. Можно снимать. Тесто готово. Кладем на разделочную доску. Пусть немного полежит. Тесто должно быть очень теплым. Нужно, чтобы эта жидкость его полностью пропитала. Асбестовые пальцы. Повара не горят. Они учат. Кожа на ладонях грубее, чем на тыльной стороне. Да, но видишь, они покраснели. Как на закате. Тесто надо вымесить, пока горячее? Да, так как мука еще горячая. Нам не нужно жесткое тесто. Хорошо, я понял. Оно должно быть плотным. По сути, эта мука уже приготовилась. Тесто готово. Теперь завернем его в пищевую пленку и дадим полежать. All right.
Так, Джастин, следующий шаг. Приготовим филе ягненка. Пирожки с начинкой из мяса ягненка и цветков нимфии. И приготовим цветки нимфии, водяные цветы. Это станет начинкой. Пирожки делаем из этого теста. Ты знаешь, эти нимфии растут только в западной Капской провинции. Больше нигде. Точно, это лилии. Только в Южной Африке. Верно. А вот оно. Нарежь, пожалуйста, репчатый лук. Да, босс. А я приготовлю филе ягненка. Почему-то в конечном итоге я всегда режу лук. Не понимаю, что за жизнь. Ты хотел на день стать моим учеником? Пожалуйста. Хорошо. Можешь заняться вот этим. Веди нож вдоль кости. И срезай. Постарайся резать как можно ближе к кости. А теперь самое простое. Просто потяни и сними жир. Поставь палец сюда и раздели. Срежем прожилки. Это снимаем. Остается только чистое мясо, чистый филей. Режем мясо вот такими кусочками. Ясно. Также нарежем немного жира. Превосходно. Все. Это станет основой начинки для наших пирожков. Быстро это обжарим. Репчатый лук, чеснок и мята. Для аромата. Это начинка для пирожков. Мясо не должно быть совсем мелким. Нет, пусть останутся хорошие кусочки, внутри сохранится аромат. Теперь отставим это в сторону, а сами займемся тестом. Ясно. Раскатываем тесто. Мне кажется, это слишком вычурно, но это соответствует стилю поезда Blue Train. Соответствует изысканной кухне. Разрежь на полосы. Положи на них начинку и сверни в рулетик. Прищепи концы. Прищепи? Да. Ладно, не прищепи, а защепи. Защипнуть. Хорошо, теперь обваливаем. Получается пирожок. Положу его сюда. Ясно. Можешь идти в отдел холодных блюд. Спасибо. Конни расскажет про твой любимый десерт. Спасибо. Ладно, удачи. Спасибо, шеф. Приготовлено в Африке. Пудинг мальва с ароматом ройбуша. Пудинг мальва, пудинг мальва. Конни, ты хорошо готовишь этот пудинг мальва, да? Да. Сам скажешь, когда приготовлю. Я буду твоим помощником. Да. Так, мы начнем с этого. Это сюда. Сначала масло? Да, 250 граммов. Насыпаем сахар. К счастью, вид за окном меняется. До однородности? Да, верно. Этот поезд загораживает мне вид. Вот проблема. Пожалуйста, не сражайся с маслом. Кто-то мне сказал, что когда мужчина готовит, ему надо сдерживаться. Точно. Он месит тесто. Сражается. А вот так, а женщина месит нежно и осторожно. Хорошо, положим сюда яйца. 12 яиц. Да. Обычно повара большие. Почему ты такой маленький? Маленький? Да. Не знаю. Что с тобой случилось? Погоди, дай мне кое-что сказать. Все шеф-повара большие, ты маленькая. Я выше тебя, так? Что надо сделать? Грубо перемешать? Да. Ты готовишь его не так, как я, но это ничего. Меня это не волнует, если только это вкусно. Да, в итоге. 6 чашек? Да. Высыпаем. Кладем все сразу. Все перемешать? Да. Что? Кладем сюда вот это. Соль? Это сода. Еще чашку. Надо развести. А это уксус. Обычно считается, что когда готовишь тесто, нужна точность. У нас получится? Да. Да? Да. Ладно, я доверюсь. Так, главное... Это у нас ройбуш. Ройбуш. Это упаренный ройбуш? Упаренный. Это сахарный сироп с заваренным ройбушем. Видите этот красноватый оттенок? Обычно, когда я оказывался на новой кухне, у меня было время, чтобы набрать скорость. Но здесь все сложнее. Я не так хорошо знаю Алана или Конни. Но я стараюсь их лучше понять. Кроме этого, мне надо вписаться в коллектив.
Со стороны может показаться, что я только мешаю. Что это? На 25 минут при 180. Да. Вижу, ты включила таймер. Время пошло. Точно. Я покорен. Я покорен. Кони, ты победила. Стоп, стоп, стоп. Здесь моя главная проблема – проявить себя в краткий срок. Мне придется сделать это за 30 часов на поезде Blue Train. Быстро учиться, запоминать, как все делается, а потом реализовывать во время обслуживания. В дополнение к этому, в какой-то момент мне надо будет надеть пиджак и бабочку и отправиться на ужин. Вторую половину ужина я проведу в ресторане. Мне подадут блюда, которые я сам помогал готовить. Это здорово. Пойдемте посмотрим, что делается на кухне. Вы слышите? Это шум вентиляторов позади нас. В Blue Train это значит, что на кухне становится жарко. Ужин все ближе и ближе. Поехали. Всего через 15 минут начнется обслуживание ужина в две смены. Нам надо успеть с последними приготовлениями, а потом будет работа, работа и работа в течение полутора часов. Так, ты с этим закончил? Несите. Я хотел так сделать. Это твое детище. Эстер будет курировать тебя до самого конца, пока не выполнишь заказы. Я тебя подстрахую. Это все удачи. Начинаем обслуживание. Большое спасибо. Пора меняться. Ладно, шеф, я готов. Все готово? Немного волнуешься? Ну да. Немного волнуюсь. Сейчас я постараюсь все сделать правильно, без ошибок. Мне нужен йогурт. Спасибо. Спасибо. Три порции ягненка среднепрожаренных, один сильнее. Камбала, и переходим на эту сторону. Я осваиваю новое. Смотрите, это просто до глупости. Можно нести. Последний заказ. Теперь моя очередь. Сейчас отнесут. Мне будет приятно это пробовать. Иди, наслаждайся. Скоро увидимся. Спасибо. Как я могу подвести итог 16 часам на поезде Blue Train? Только сказать, что я привык. Это правда. Здесь потрясающая кухня. Она полностью автономная, маленькая и уютная. Здесь можно хорошо узнать окружающих. Но когда ты удаляешься от этого и заходишь в вагон-ресторан, тебя окружает роскошь старого света. Я чувствую себя Джеймсом Бондом. Такое случается в подобных поездах. Это так. Это путешествие в роскошном старомодном стиле. Я этим наслаждаюсь. За этим стоит шеф-повар Алан с последними стойкими людьми на этом поезде. Я в их числе. Я пришел на ужин, а у меня нет даже носков. Но это было прекрасно. Мне в голову приходит только одна мысль. А что же будет завтра? Будет ли это лучше, чем сегодня? Не знаю. День второй. Blue Train.
Последние 6 ресторанов, где я побывал, помогли заложить прекрасные основы. Все они. Думаю, помимо всего прочего, я понял одну важную вещь. Я готов к более серьезным испытаниям на кухне, на профессиональной кухне. Более того, на поезде Blue Train я осознал, что эта кухня — сердце дома. Она изумительна. Здесь присутствует партнерство и взаимодействие. Я нашел здесь открытость, желание научить и научиться, узнать новое. Это потрясающе. Надеюсь, мое кулинарное путешествие продолжится на том же уровне. Я хочу учиться, узнавать новое, готовить и стать лучшим поваром. Ведущий Джастин Банелло, продюсер Келвин Хейворд. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media.